Всем привет! Сегодня мы проходим уровень элементарное зло на ранг А. Я сегодня вам покажу прохождение на этот ранг. Ты когда-нибудь скучаешь по своим школьным дням? Кстати, давно тут не были. Уже. Кстати, можно собрать уже сразу магнитом осколки душ, вот, пожалуйста. И можно проходить. Сейчас мы будем знакомиться тут с Агатой, да? Ух, новый друг, я так взволнована. Добро пожаловать. Я слышала о том, что у нас будет новый студент. Поэтому она устроила тут ознакомительную вечеринку для меня. Похоже, занятия в школе снова возобновились. Вот, пожалуйста, можно спокойно вот так собирать часть осколков душ. Все. Сразу стал невидимкой, чтобы она не мешалась, в принципе. Кстати, тут еще секреты нужно собирать, да? Кстати, а это Малак и Агата, видимо, да? Красные тени какие-то были. А где секреты-то будут? Я что-то уже давно не играл в эту героинь. Ну, попробуем найти. Конечно же, эти секреты. О, один нашел. А, вот Агата. Мимо нее проскочу, вот, за нее. Что? Почему? Ну ладно, жизни-то целы еще. О, вот здесь можно. Не пройти? Давайте отсюда тогда. О. А тут еще секретные комнаты есть, да? Секрета вроде 4 тут. Только вот где? Агата близко. Вот, все, обезвредил ее. А где секрет-то будет? А, отсюда надо идти, видите? Где она? Так, все, убегаем. Вот сюда, может? А, вот она. Супер. Это все осколки здесь, но это только половина. Так, а где секретная комната? Где эта секретная комната была? А, это вот. Кольцевой алтарь тут. Интересно, Агата еще здесь? Вот, все. Я нашел секретную комнату теперь. Ну, следуем дальше. Во, это нам понадобится, может. Ну, на всякий случай обезвредил врагов. Ну, сейчас будем оббегать тут. Что? А, мы тут были уже. Ну, хорошо. Следуем на вторую зону. А, вот и Мала, кстати.
по чуть-чуть вспоминаю этот уровень. Можно собрать. Во. И с этой стороны сейчас соберу. Че он так на меня смотрит? Малак, ты че на меня так смотришь? Угрожаешь? Или хочешь напугать? О, ты забрал всех моих друзей. Можно собрать, кстати. Во. Отлично. Нравится, что я сделала с этим местом? А, можно ответить нет? Во. Отлично. Где она? Ждем пока что тут. Побежали. Ага, вот она. Что? Проходим быстро. Даже пробегаем уже. Секрет он тут? Да. Отлично. Ну, надеюсь, получится мне пройти на ранг А этот уровень. Ну, он сейчас у меня на ранг С уже пройден. Сейчас я вам показываю прохождение на ранг А. Далее на ранг С вам покажу. Так, она где-то рядом. Ну, я вам показывал на ранг Б еще. Это в самом начале было. Она где-то рядом. Ага, все, обезвредил, побежал. О. Ну и следует еще вам показать прохождение на ранг С, видимо. Так, сейчас замагнитим все тут. О! 19 осколков осталось собрать. О! 153. Один? Один осколочек. Я невидимка. О! Тут что-то поблизости. Оп! Все. А тут вроде еще какой-то секрет был на этой зоне, нет? Что-то я не помню. Надо по чуть-чуть уже вспоминать, видимо. Ну я не знаю, искать мне этот секрет, нет? Или мы уже собрали два секрета на этой зоне? Быстренько играем, что-то уже так не выделяя внимания, да? Ну все, сейчас появится Малак и Агата, видимо. Да, появляется Агата. Я тебя приветствовал, пыталась быть дружелюбной какой-то, да? Малак там летит за мной. Так, сейчас. О! Вот она, Агата. Ага. А что делать? Ой, не, я не туда. Да, я не туда полетел, Малак здесь. Да, все, схватили меня. Нет. Да ничего, пройдем. Постараюсь. Заодно и вспоминаю уровень. Бежали. О, нет. На всякий случай обезвредил ее сразу. Успею пробежать. О. Малак летит за мной, быстрее. Убегаем к сцене. Вот, к двери. Что? В смысле? Идешь куда-то, ты никогда не убежишь. Что это, баг? В смысле, что я здесь делаю? А сейчас сражение же с боссом будет. А, вот туманность появилась. Что? Вы видели? Я просто к двери хотел телепортнуться. Что? А оно там получается, да? Ну, не знаю, но сюда... Не прибежит, видимо. Чё? Get to the portal. Все подряд можно использовать. Я, конечно, такого не ожидал, но ладно. Видимо, пройду второй уровень, да? Элементарное зло на ранг А и с таким багом. Я даже не знаю, как этот баг назвать. Видео.
Что? А, не, она к двери прям побежала. А не прибежишь за мной, не прибежишь. Ну ладно, будем ждать, не знаю, что будет дальше. Может быть, мы там вообще появимся, придется тогда убегать от нее вот сюда, в портал. А так я не могу сейчас в портал попасть. Ну, там появляются порталы, видимо, я помню это, в которые нельзя попадаться. Вот она, Агата. Ну, ее красный тень, точнее, да, автобус школьный, да? Ну ладно, подождем. Интересно, мне такого еще не было. Ну тогда босс файт вы сможете посмотреть, когда я буду проходить на ранг S в следующих видео по Dark Deception. Ну либо перейдите на видео, где я прохожу на ранг B игру. Ну точнее этот уровень. Игру Dark Deception Elementary Evil. Ну ладно, подождем. А сколько ждать-то? Там беготня вроде бы такая идет, да? Ну, она пытается меня поймать, вот тут у двери прям стоит. Бежит постоянно к двери. А потом типа телепортируется там, да? И пытается меня поймать. Во время беготни своей. Ну, видимо, уже босс файт должен закончиться. Мы тоже тут побегаем немножко. Все. А, открыто. Ой, убегаем. Я так и знал, что мы здесь будем. Ой, обезвредил. Все. Успел, сбежал. You escaped. You escaped. Финальный ранг А. Все, супер. Ну, вот такое вот прохождение вместе с багом. Пока что не придумал название. В этом видео будет, видимо, уже название этого бага. Ну вот, я прошел игру Dark Deception, второй уровень вместе с Агатой. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.